Всем! С вами, как обычно, Магапанк, и сегодня у меня обзорочный сервер ZPV. Сервер этот окунет вас в ностальгию 2008 года, когда ПВ только вышла в России. Это та самая 1.36 версия с хардкорными рейдами X1, тремя расами, шестью классами и тысячи часов интереснейшего геймплея, который не даст вам заскучать. Это классика, которая предлагает идеальное сочетание рас и классов на фоне нетронутого баланса PvP и порой невозможно трудного PvE. Куча ивентов, таких как Творец Царя Драконов, Город Темных Зверей, Конкурс Ремесленник, Осада Города Драконов, Рабочая Арена и так далее. Присутствует система поощрения кланов. Бонус разнится от количества, конечно, но максимально достигается уже от 30 игроков. Также на сервере сбалансированная экономика с жестким контролем рынка со стороны администрации проекта, что весьма круто, ведь цены не улетят в космос и не упадут до нулей. Серверу уже 5,5 лет, а он все еще функционирует. На нем играют люди и наслаждаются той самой ПВ, в которой они начинали играть много лет назад. Также, помимо контроля администрации, частенько она вводит различные мероприятия, не предусмотренные игровым ядром. Это всякие различные ивенты, привязанные к праздникам, турниры, викторины и так далее. А также следит за сервером и нарушителями. Если вас заинтересовал проект, захлынула ностальгия, и вы хотите окунуться с головой в тот самый идеальный мир 2008 года, милости прошу вас на сервер ZPV. Залетайте, играйте и наслаждайтесь кучей контента. Ну а я с вами прощаюсь. Всех благ, дорогие мои. Спасибо огромнейшее за просмотр и удачи. Пока-пока.